Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. Сегодня я хочу зайти в новый проект. Это аналог Вертекса, Маджести или Маджести, как-то так, ну, смотря куда ударение оставить. Значит, пригласил меня сюда мой партнер по проекту Вертекс, мой реферал. И, естественно, я не могла не войти сюда, потому что Vertex мне очень нравится проект, а это точно такой же. И я посмотрела как бы отзывы, то, что проект платит. Ну вот. Проект платит, выплаты приходят в течение 1 минуты. Ну и здесь выплаты. Естественно, нужно заходить, потому что он вчера меня приглашал. Вот. Вчера я не заходила в проект. Вот. Ну что, так, регистрация. Нажимаем. Поехали. Значит, вас пригласил. Так, это мой пригласитель. Так, придумайте имя учетной записи. Значит, это логин, пароль, повтор пароля, галочку и зарегистрироваться. Я зарегистрировалась и попала вот на такую страничку. Тут доступны специальные контракты. Это мы закрываем. Сами ознакомитесь, если вас заинтересует. И такой вот наш кабинет. Значит, что у нас здесь? Значит, обычные контракты. 1% в день. Рубль на 180 дней. Это 100 рублей. Так, а где у нас по 10? Так, специальные контракты. Сейчас посмотрим. Ага, специальные контракты. На что здесь? Так, а давайте посмотрим. Смотрите-ка. Ага, вот по 50 рублей. 3% в день. Смотрите, рубль 50. Вот есть такой дешевенький. Так, 10 рублей. Вот 0,50% в день. Это у нас будет выходить 0,05 копеек на 365 дней. Это 10 рублей стоит. Угу. А есть... Это дороговат, конечно. Это сколько? 2500. А вот этот вот 50 рублей. 3%. Так. Процент в день. 3% в день. Доход рубль 50 в день. Срок действия 90 дней. Вот этот еще более-менее. Ну, можно и вот такой тоже подкупать, конечно. Я вот в Вертексе по 10 рублей вот эти покупаю все. Значит, здесь у нас пополнение баланса, снятие с баланса. Какая минимальная сумма у нас здесь? Ага, здесь тоже везде по 10 рублей. Значит, здесь история операции, еще ничего не сделали. Так, контракты мы вот сейчас просмотрели. А, это наши контракты будут, значит. Здесь, так, покупка контракта, время получения дохода. Так, можно рекламировать свои проекты. Значит, партнерочка у нас 5%. Так, партнерские инструменты. Значит, партнерская ссылочка свою я оставлю, кому интересно, под видео. И здесь, смотрите, бонусный код. Значит, и что надо? Так, это мой бонусный код. Так. Нет. Так, предоставляется для оплаты. Копирую. Так, это не то. Это я для вас оставлю. Вроде бы. Подождите, будем разбираться сейчас. Так, это для вас. И кто зарегистрируется по моей реферальной ссылочке, плюс 10 рублей. Значит, а мой бонусный у вас тоже такой же будет. Значит, тут здесь партнерская
ссылочка. И смотрите, бонусный код у вас будет, будете давать своим приглашенным друзьям, рефералам. Значит, и так, приглашенные пользователи, здесь личные сообщения, активировать бонусный код. Так, ага, активировать бонусный код своего пригласителя. Сейчас я его активирую. Так, здесь действующие акции, персональный контракт при виде друга, конкурс инвесторов. Так, активировать код бонусный. Так, сейчас посмотрим. Стоп, доступ к странице ограничен, необходимо иметь минимум один действующий контракт. Так, значит, переходим мы куда? В Vertex. Меня пригласил парень. Так, от меня два... Ну, вот, значит, старт предоставляет. Так, и вот этот бонусный код. Мы сейчас попробуем его активировать. Я его копирую. И попробую, как я вам советовала. Так. Давайте разбираться. Так. Так, бонусный код сначала. Личные сообщения. Так. Так, а я не активирую, наверное. Не-а. Значит, и вы не могли мою, как бы мой бонусный код активировать. Надо сначала купить контракт. Так. Личные сообщения. Что тут у нас? Спасибо за регистрацию. Бонусный код на страничке. Т.Д.Т.Д. Ага. Так, ладно. Так, контракт и покупка. Время получок. Ну что, я пополню тогда на 50 рублей и куплю контракт. Нажимаю Payer. Пока поставлю на паузу и пополню. Так, я пополнила на 50 рублей. Теперь пойдем покупать контракты. Потому что бонусный код нам ни так ни сяк не активировать. Так, пополнить-то покупка контрактов. Я тогда возьму за 50 рублей, как и говорила вот этот. Так, специальные контракты нажимаю. И что я здесь? На 90 дней. 50. Купить контракт. Так, она исходящая. Так, установлено ограничение. Для снятия необходимо подтвердить email в настройках учетной записи. Ого. Так, настройки. Нажимаем настройки. Зато я там... Так. Знаю, что это самое. Сейчас видим почту. И подтвердим. Сейчас. Так, я подтвердила email адрес. На почту придет код с подтверждением email адреса. Вставить и подтвердить. Теперь можно покупать контракты. Так, специальные. Так, ладно, это купим. Купить контракт. Покупаем, подтверждаем. Все, операция выполнена. Замечательно. Теперь можно так. Бонусы активировать. Так, активировать бонусный код. Теперь вот этот. Так, старт. Я копирую вот этот код. Вставляю сюда. Это мне от проекта. Нажимаю активировать. У вас точно такой же будет. Вы активируете. 10 рублей на баланс поступило. Видите?
Далее, теперь я буду активировать своего этого партнера. Вот он мне оставил код свой. Свой код я оставлю точно так же, как и он под видео, чтобы вы смогли активировать. Так, и что у нас? Так, этот я активировала, и партнерские инструменты. Так, это привет, бонусный код, вот он, бонусный код. Ага, это мой. Старт, а еще надо активировать. Так, а здесь же я буду активировать, здесь старт, вот этот бонусный код. Активировать бонусный код. Активирован. И у меня на балансе 20 рублей. Я могу купить контракты тогда по... Что у нас тут? Покупка контрактов. Значит, вот здесь еще, вот, смотрите, вот этот стоит 100 рублей. Наверное, надо было вот этот брать. На 180 дней. Под 1%. Вот. Или же купить, добавить 30 рублей еще, закинуть. И купить второй на 93%. Пока действует огонек. Специальные контракты. Или же можно вот по 10 рублей активировать два вот этих. Но здесь будет по 5 копеек в день на целый год. Вот. Я думаю, лучше уж вот этот я добавлю уже потом. Потому что видео уже я затянула. Вот. И куплю я второй контракт. И будет мне капать по 3 рубля в день. Ну, вот такой вот проект. Так, контракты. Вот у меня куплен мой контракт на 90 дней. Стоимость 50 рублей. Ну, кому интересно, на этом буду заканчивать. Регистрируйтесь. Я свой бонусный код оставлю под видео. От меня будет 10 рублей и 10 рублей от проекта. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.